27 выпускникам военного факультета Купаловского университета вручили лейтенантские погоны. Это уже 9-й выпуск молодых офицеров, для которых военное дело – дело всей жизни. За плечами у ребят серьезная наука, как теория, так и практика. Все 4 года они учились управлять собой и подчиненными. Именно это считается необходимым в такой важной профессии – родину защищать. Многие выпускники продолжают семейную династию. Здесь, на военном факультете, они получили колоссальный опыт. Например, уже выступали с отчетом перед главнокомандующим нашей страны, главой государства Александром Лукашенко. Я представлял сетевую образовательную платформу нашего университета. Я рассказывал о новшествах, о возможностях студентов пользоваться услугами портала в качестве повышения уровня самостоятельной подготовки студентов. Военный факультет Купаловского университета считается одним из лучших в стране. Все дело в качестве подготовки. Здесь не обучаются те, кто не намерен связывать свою жизнь с армией. У всех одна мечта – стать достойными офицерами. Первый и самый серьезный шаг они уже сделали. Получили первые в своей жизни офицерские погоны. По окончании первого лейтенантского отпуска наши выпускники отправятся по направлениям в различные соединения и воинские части вооруженных сил и других силовых ведомств, которые дислоцируются по всем регионам Республики Беларусь. Этот день ждали не только выпускники, но и их родители. Увидеть, как их мальчики повзрослели, возмужали и стали офицерами, собрались родственники выпускников. Обязательное фото на память, поздравления и слезы радости. Мечта их детей сбылась. Они стали офицерами. Я их всех видела 4 года назад. Ребята, конечно, это уже не те ребята. Это настоящие мужчины, зрелые, готовые к защите нашей Родины, к службе, настоящей службе. Это уже не игрушки. Вот родители приезжают, радуемся, тоже не виделись 4 года. Замечательный день. Дождались, ура!